Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем. Тест. Необычный тест. Махатмы. Вчера я показал вам его сборки на суператаку. То есть у нас там был и берс, и маскировка, которая добавляет необузданная ярость. Ну, в общем, довольно-таки она интересная. Но без подхила этот герой себя очень быстро убивает. А сегодня у нас вот такая вот сборка. С пактом, с грубой силой, то есть на атаку, плюс дрога, который дает еще дополнительно дамаг, плюс седьмая супер сила, которая дает еще 65% дамага. В итоге у нас герой получился, ну, довольно-таки неплохой по дамагу, но мне кажется, что на PvP локациях просто будет слим на любой отражалке. Единственный вариант — это еще ставить ПДшку, чтобы не так быстро сливали. Вот посмотрите на этот дамаг. Просто, просто сливают, она ничего сделать не может. Сейчас давайте начнем с подземок. Мы вчера бегали. Я показывал разные кошмарки. Так, кошмарка. Пятая. На шестой ее будут разбирать 100%, потому что у нее в такой сборке нету отхила. Ну, посмотрите на дамаг. Тут просто стычки нафиг все улетает. Даже не видно, сколько дамага она наносит. Жесть. Это реально жестко. То есть 4, там 5 лямов. Интересно, кстати, посмотреть нет, четвертая, по-моему, кошмарка. 4, если я не ошибаюсь. 4-9. Да. Что у нас будет тут? 21 лям. Нормально так. Что это было? Это просто нереально. Мне кажется, тут просто жестко. Офигеть! Это сколько она там дамага наносит? У него 80 миллионов. Она дамажит его просто со второй тычки нафиг вынесла. 50-60 лямов. Да это просто офигеть. Да, с ее скоростью, я не знаю. Единственное, кто, наверное, тут удержится, это герои с ограничением. Либо она сольется на отражалке. Но это все. Офигеть просто. Да, жестко. По дамагу, конечно, супер. Такс. Поехали дальше. Интересно посмотреть еще. Ну, демонов на них ограничений. Не было бы ограничений, было бы интересно, думаю. Но посмотрите на этот дамаг. Просто нафиг все здания. Убиваться она сейчас будет очень быстро. От хила еще плюс у нас нету. На седьмой, ну, я думаю, тут даже смысла тестить нету. Тут любая седьмая будет проходиться на изи. С таким дамагом она просто их ушатывает с одного залпа. Это нереальный дамаг. Офигеть. И тут нафига ей скорость? Сделал на дамаг скорости, у нее и так, в принципе, хватает. Какие нафиг одержимые. Посмотрите, что она делает. Я в шоке. Вот отражалка включилась, она просто, просто нафиг улетела. Офигеть. Ну, на восьмой тут
Без варианта тут. На какую бы мы ни напали, тут отражалки надо. Уклонение дофига. Ее тут просто спак там будут разваливать. Побежали на арену. Здесь, думаю, будет интересно. Она точно так же будет получать... Видите, отражалка от Рона и все. А, давайте попробуем другой вариант. Давайте поставим просто сюда ПДшку. Как вариант. Атака, конечно, немножко не такая будет с критом. Но, в принципе, она не будет хотя бы сливаться на отражалках. Да, вот разницу уже видно. Там тоже Махатмак. Что это было? Офигеть просто. Я в шоке. Жесть. Пару тычек и все. Офигеть. Парализовал Огник. Ну, не смогла ударить. Давайте еще раз попробуем. Ну, с таким дамагом это, конечно, очень круто. Посмотрите на этот дамаг. Мы ему за пару тычек расшатали половину этого, половину камня. Офигеть. 1.5 ляма. Охренеть. У нас нету супер питомца сейчас. Давайте, кстати, поставим. Уберем немножко дамага. Проверим. Попытки у нас есть. Но это нереально круто. Да, видите, молчанка проходит и все. Что, сейчас попробуем другой вариант. Попробуем поставить сюда. Снимет или нет? Успеет? Да, успеет. Офигеть просто. Просто офигеть. Я в шоке. Да, ребята. Сколько там был дамаг? Я не увидел. Это что-то нереальное просто. Это гвард. Жестко. Ну, знаете, в чем плюс? То, что она, если добегает до центра, вот посмотрите, она достает камень. Все, без вариантов. Просто без вариантов. Она отсюда просто дамажит. Сразу же. Офигеть. Посмотрите на этот дамаг, это просто нереально. Да, какие зефиры, какие эти. Они просто отдыхают. Это жестко. Офигеть. Обездвижили ее, да, она ничего уже сделать не может. Это реально жестко.
Сколько лямов? 11? Да ну нафиг. Нереально. 13 лямов. Офигеть просто. Не, ну это нереально крутой герой. Получился. Да, грубая бабуля еще та. Ну поехали посмотрим такой сборки. Конечно, суперпад тоже классно. Но все-таки здесь повеселей. Попробуем с другу. Плюс папашка. Да она их нафиг выносит. 30-й прорыв сливается, по-моему, если нет ограничения, просто на изи. Единственное, кого мы, наверное, не ушатаем, это Зефир и Фрея. Конечно, скорость атаки уже не та, которая была вчера, но по дамагу это нереально круто. Бар треснул тыковку и под разгоном просто пробежались. Тоже неплохой вариант. Так, а вот здесь мне интересно посмотреть. Что это было? Какой ворожей? Какая Мэри? Просто жесть. Не, ну с дамагом таким это, конечно, очень круто. Ну, единственное, наверное, Лис сейчас кинет заморозку. Да, вот Лис заморозку кидает, и мы ничего сделать уже не можем. Хорошо, давайте попробуем вариант. Короче, по дамагу это нереальное что-то. Дефа, конечно, никакого, отхила у нас тоже получается никакого нету. Но если брать их вместе с ворожеем, думаю, вот такой вот вариант. Вы видите, Слиз все-таки убирает от хил. Ничего не сделаешь. Да, круто. Попробую их вдвоем закинуть вместе. Посмотрите на дамаг. Просто что-то нереальное. Так, они сейчас, наверное, заагрятся на Фрейв, да. Без вариантов, к сожалению. Все-таки нету уклонения, по ней попадают даже в такой сборке. Но я вам скажу так, по фану чисто собрать и где-то использовать однозначно можно. Но это нереальный дамаг. Стрелок тоже не дает зарядиться. Еще и миссаем причем. Интересно, а Мэри выживет? Ну, держится, по крайней мере, пока что. Кажется, тут один нормальный. Не, Мэри попадает жестко. Надо было. Лям. Посмотрите на этот дамаг по Мэри. По 2 ляма. Все, Мэри, до свидания. Жесть, конечно.
я в шоке. С таким дамагом это, посмотрите, как она их пробивает. Офигеть. Что-то там за отхил такой. Мисает. Ну нереально круто. А там оккультист у нас еще. Оккультист с воодушевлением. Мы сейчас сделаем по-другому. Ай-яй-яй-яй, тыковка, тыковка, живи. Вот посмотрите, что делается. О, кстати, интересно сейчас на барде. Ну, бард, видите, тут без вариантов просто. Барда надо просто убирать из игры. Что-то нереальное. Даже под разгоном нифига сделать не можем. Нереально просто. Посмотрите на этот разгон, и вы ничего не можете сделать. Ну, мы просто не убиваем. Хотя всех остальных героев мы просто слили. Тут, к сожалению, нифига не сделаешь. Но это просто жесть. Нереально она крутая. Такая бабуля реально поинтереснее, нежели та с берсом. Та хоть и много дамажит, но, ну, часто дамажит, но тут такой дамаг, который просто ушатывает. Ну, видите, тут без варианта, сразу же моментально прилетает. Ну, шатается она тоже, к сожалению. Очень быстро. Так, хорошо, поехали. Обновим противников наших топовых. Даже некого, нет против кого воевать. Я все время забываю фармить. Один залп и все. В общем, вот такой вот герой, ребят. Не знаю, пишите, какая вам больше понравилась, но, блин, мне это с дамагом нереально круто нравится. Дамажит она, конечно, очень жестко. Плюс ее скилл, но это нереально круто. По сравнению с вчерашним, это просто божит. В определенных ситуациях, я думаю, она вообще будет огонь. Конечно, деф у нее никакой, но дамага просто дофигища. Ну, надо отхил, надо уклонение, потому что по ней попадают, и она сливается быстро. Плюс защита от отражалки, ПДшка. Но по дамагу вы сами видели, что она делает с топовыми героями. Топовые герои? Не слышал. Жесть. Просто жесть творится.
Да, с дамагом она крутая. Но сливается очень быстро. Вот это минус. Надо отхил, надо снимать чем-то молчанку. Ну а так, я не знаю. Видите, молчанка прошла и все. Был бы у нее иммунитет к молчанке, она бы была очень нереально крутая. Хотя у нее и так иммунитетов дофигища разных. Но этот дамаг, это просто нереально. Просто стычки. 30-е прорывы улетают. Понятно, Фрейю она не задамажит, не убьет. Пожертвовали дефом, сделали атаку. Ну, я думаю, сделаем еще и на деф, попробуем вариант, как она будет себя показывать. Ну, это и так очень круто, посмотрите. Разлетается просто. Ну, не хватает, не хватает, реально, очень не хватает отхила. Ну, либо выбор, либо дамаг, либо отхил, деф. Наверное, все выберут, скорее всего, деф. Но она не настолько будет сливать вражеских героев. Даже с бардом, с этим по отхилу, видите, сливается. Вариантов нет. Фрейя с одной тычки сливает. Вот посмотрите, что с Фениксом делает. 30-й прорыв. Просто нафиг. Так, настало время космо. Космо еще держится, наверное, с дефом какой-то, с СО, скорее всего, потому что дамага очень мало ему прилетает. Но все равно 630. И плюс у него скилл включается. Так, загрели на себя еще и Фрейю. Интересно, добьем или нет? Нет. К сожалению, не добили. Ну, в общем, такой вот, ребятушки, герой. Пишите комменты, ставьте лайки. Не знаю, мне понравилась эта сборка намного больше, нежели та. Просто нереально крутая бабуля с офигительным дамагом. Всем удачи, всем пока.